надо, маленько, кусочек. Ну, тормози, Павел. Вот. Я... Правильно, поехал, на случай. Так, это есть. Вы не знали о том, что не можете управлять автомобильным такси по своему водительскому удостоверению? Я не знал, да. А вот как вы, как, когда вы устраивались на работу, как вы? Ну, когда непосредственно в службу Uber такси устраивались, у вас какие-то документы ваши проверяли, спрашивали? Спрашивали водительские, все спрашивают. Да. То есть вы отправили им фотографию своего водительского удостоверения национального, да? У меня была лицензия Ярославская, как раз. Была Ярославская, да? Да, я ездил все везде. А у вас это не делайте. Ты ездил, все работал, загубил всю машину в такси. Я на аренде был, в спутнике работал. Там еще и заработаешь. Там 600 рублей заряду отдай. Потом бензин заправь в спичечку. Потом эти колеса на свои деньги чинишь, что-то здесь, лапочки меняешь. Приходишь, бывает, 100 рублей домой привезешь за 12 часов. Я на лицензию заявку отдавал уже. Ну, давай. Я должна скоро уже получать эту. Но сейчас у вас ее нет, получается. Сейчас нету, наличия нету.